Где-то, вдали от всего, спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен! А я принцесса Холли. Давайте играть. Нас подожди! Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. Королева Холли. Дети, мы с мамой уезжаем на день по королевским делам. А это значит, что вы остаетесь дома с няней Плам. Все будет хорошо, Ваше Величество. И никаких проделок. Я не хочу, чтобы наше королевство было в лягушках, желе или еще в чем-то. Нет, папа. Пока нас нет, вы представляете короля и королеву чертополох. Так это делает меня королевой? Да, похоже, что так и есть. Только на сегодня. Чудесно! Волшебная машина, вперед! Пока! Пока, не шалите! Папа! Королева Холли! Мне нравится, как звучит! Приветствую! Я королева Холли! О, привет, Бен! Здравствуйте, няня Плам! Холли может выйти погулять? Боюсь, Холли очень занята сегодня. Ей приходится управлять королевством. Что? Бен, иди сюда, быстрее! Хорошо! Привет, Холли! Для тебя королева Холли! Что? Мама и папа ненадолго уехали, и они меня оставили за главную во всем королевстве. Да ну! Вот я и королева Холли. Привет! Здравствуйте, няня Плам. Я пришел забрать эльфа Бена. Ему пора в школу. Хорошо, минутку. Няня, пропусти старого мудрого эльфа. Я все улажу. Конечно, Ваше Величество. Входите! Здравствуйте, принцесса Холли. Сегодня я не принцесса Холли. Сегодня для вас я королева Холли. У меня нет времени для ваших игр и шуток. Я пришел забрать Бена в школу. О! Подожди, Бен. Мамы и папы сегодня нет. Поэтому я главная во всем королевстве. Это правда, няня Плам? Боюсь, что да. И вот что я решила, что сегодня Бен не должен идти в школу. Это официально. Ну, это очень необычно. Вообще-то школа отменяется сегодня для всех детей. Занятий не будет? Да, это закон, потому что я королева Холли. Конечно, королева Холли. О, нет! Дети так расстроятся, когда узнают эти новости. Дети, королева Холли мне сказала, что сегодня занятий, к сожалению, не будет. Ура! Тебе, королева Холли! Ура! Ура! Сегодня будет праздник! Даже для взрослых! Праздник для всех! Даже для старого мудрого эльфа! И для няни Плам! Работать сегодня запрещено! Это закон! Но что нам делать целый день? Играть в игры! Да! Вы должны играть и быть счастливыми, потому что я королева Холли! Спасибо, королева Холли!
Так, мистер Эльф, дальше по списку. Доставка продуктов в маленький замок. Хорошо, миссис Эльф, какой сегодня тяжелый день. Да, но эльфы любят работать. А мы эльфы. Осторонись, эльф работает. Сегодня никто не работает, мистер Эльф. Выходной. Это правда, старый мудрый эльф? Боюсь, что да. Но у меня срочная доставка продуктов в маленький замок. Лучше приходите завтра. Хорошо, пока. Кстати, о еде. Я уже проголодался. Я тоже. И я! Я! Королева Холли! Мы голодны! Хорошо. Приказываю всем вам покушать. Быть королевой оказывается так легко. Но никто не приготовил еду, потому что у всех выходной. Королева Холли, если вы разрешите эльфам работать, мы приготовим обед для всех. Нет, сегодня все должны отдыхать. Это же законный выходной. Но мы голодны, нам нужна еда. Я приготовлю. Ура! Что же мы любим кушать по выходным? Мороженое. Да, так и будет. Все будете кушать мороженое. Ура! Куда мы идем? На кухню. Мы можем использовать котел, чтобы приготовить мороженое. Оу, ты хочешь приготовить мороженое с помощью магии? Ну, конечно же. Но, Холли, твои заклинания не всегда срабатывают правильно. Делать мороженое очень легко. Смотри. Абракади, абракапон. Мороженое для всех на целый день. Видишь, сработало. Ого! Мороженое для всех! Спасибо! Я вернусь с добавкой. Его здесь так много, оно закончится? Кажется, я сказала что-то про мороженое и целый день. О, нет. Скоро будем дома. Да, и желательно, чтобы наше королевство не было в лягушках, желе или еще в чем-то. Да, уверена, Холли ведет себя хорошо. Здесь так много мороженого! Останови заклинание, Холли, отмени его! Все прекратится, когда скажу стоп! Ух, так намного лучше! Где наше мороженое? Не может быть! Я пыталась отменить заклинание, но все стало хуже. Хорошо, что короля и королевы здесь нет, и они не видят этот беспорядок. Король и королева! Ура! Очень приятно, что вы решили нас так поприветствовать. Я первым хочу сказать, что я несказанно рад вашему возвращению, ваше величество. Пока вас не было. Да, я так устал, так что позже поговорим. Стойте! Может, вам лучше пойти прогуляться, ваше величество? Я просто затеяла уборку в замке. Спасибо, няня Плам, но я так хочу принять расслабляющую ванну. Мороженое. Прости, папа, это я во всем виновата. Я хотела быть хорошей королевой и всех сделать счастливыми, но это сложнее, чем я думала. Я знаю, Холли, я знаю. Особенно с эльфами.
С ними так трудно. Мы счастливы, когда нам есть чем заняться. Эльфы любят работать. А мы эльфы! Тогда я приказываю вам немедленно начинать работать. Ура! Первым вашим заданием будет убрать все это мороженое. Спасибо, ваше величество. Трижды ура королю Чертополоху! И королеве Холли! Гиб-гиб-гиб-ура! Гиб-гиб-гиб-ура! Гиб-гиб-гиб-ура!